Только с начала года в Бобруйске произошло 44 пожара. Уже не стало 8 человек. В прошлом году за этот период стихия унесла одну жизнь. Рост гибели аж 700%. Основная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем, а гибели – непотушенная сигарета. Формула печального исхода все та же. Выпил, закурил в постели, не проснулся. Берегите себя. Огонь ошибок не прощает.